no savior. No more hope. No more Batman. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить дополнение для Бэтмена, рыцаря Архэма. Итак, у нас на очереди последний эпизод Архэма, где мы будем играть за Робина. Называется он «Орел или Решка». После событий игры «Рыцарь Архэма» сыграйте за Робина, пытающегося победить Двуликого без помощи Бэтмена. Посмотрим, как же у него это получится. Какой экран классный загрузки. Мне прям нравится. Что, видать, опять будем препятствовать ограблению банков. You know, technically this is still our honeymoon, Barb. We should be on a beach. Honeymooning. Who needs a tropical island when you've got a waste disposal facility to infiltrate? I'm cracking up here. Sorry. Alarm system's disabled. Europe? I'm inside, not on the beach. Look, I'm not happy about it either. But Two-Face breaks out of jail. We can't just ignore that. It depends on how far away the beach is. We need to put him away, Tim. Yeah, for good this time. Okay, what are we looking at? And I'm not seeing much waste disposing going on here. They're processing money, lots of money. Security? Enough to keep me busy. Be careful in there. It's different now. You're on your own. What, leaving me already? That's not what I... Don't worry, Barb. I got this. Where did all of this come from? Ну что ж, начнем с первого же засранца, медика. По-моему, чудесное начало. Да блин. Давайте этих двоих попробуем. Вот, страшный решающий. Вот и все. You're starting to move like he did. Stop me if I start getting his moody. They're switching tactics, working in pairs. Watch yourself. Ага. Блин, они достали. А, вот ты гадишь мне детективный режим. У меня есть деструктор или нет? Устройство удаленного взлома. Взрывчатый гель. Пулевой щит? Это что такое? Вспышка. Удар молния. Сюрикен. Что за... Пулевой щит? Про это я знаю, про страшный решающий. А что за пулевой щит, я так и не понял. Да елки-палки, ну ладно, ладно, продолжим работать. Как и работали. Так, нужно сделать бесшумный прием, только вот с кем, я не знаю. Блин. Так, так, так. Если он развернется, то мы как раз... Так, отдыхай. О, черт! Быстрей! Быстрей! Уходим! Фух. Все, отдыхай. Нет, детектив все еще глушится. Ну еще бы. Еще бы, блин! Ни хрена не видно. Действуем вслепую. Надо бы найти, где их побольше. И замутить страшный решающий. Так, это в решу... А чего, почему нет? Так. Так, отлично. Отлично. Что он делает? Черепа куда-то выкидывает какие-то странные. Так, блин. Так, 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 так. Вот эти двое здесь бегают. Давайте подождем еще кого-нибудь. А, они бабки туда запаковывают, что ли? Все, я понял. Ах ты, падла. Да не застревай ты, блин. Отлично. Больше половины? Фух. Что-то как-то
Маловато. Hey, отлично. Еще один идиот. Так, кажется, кто-то сверху. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Отдыхай. Еще один, да, идет? Просто не вижу. Кажется, нет. Или все-таки идет? А, нет. Ладно, давайте-ка наверх куда-нибудь. А, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Блин, ладно. Давайте попробуем, если успею, конечно. О, успел, отлично вообще. Главное все действовать решительно. Твою мать! Гаденыши. Отлично. Взрывы идут, как, знаете, в Бомбермен. То есть, перпендикулярно от места взрыва. Вот, их хорошо, их здесь много. Только бы не палили, блин, чтобы я мог выйти и начать удар. Что ж такое-то, а? Да не пали ты, блин, отойди куда-нибудь, сволочь. Отлично. Класс. Так, вот он идет, идет, идет. Блин, здесь все решетки сломаны, отлично. Шикарно. Все, что ли? Да, это был последний. Really? What? Nothing. Barbara, I know when you want to say something. Okay, it's just you were always the good cop, weren't you? Good cop, huh? Okay. Да. Понятно, о чем ты, Барбара. Подождите, а куда мне? Мне надо в эту комнату, которая наверху находится. Как мне туда попасть? Подождите-ка. Наверное, мне нужно спуститься для начала вниз, чтобы попасть наверх. Правильно я мыслю? Вроде правильно. Так. Секундочку. Вот. Where is he? I ain't scared of you. Where? Okay, okay, I'll talk. He's in the main office, I swear. Чудесно. Not bad, huh? Very scary, honey. Говорит, неплохо, да? Она отвечает: очень страшно, дорогой. I know you're in here, kid. Still fighting the good fight, huh? I'd leave while you can. Or come face me. Let's see if the boy wonder can cope without the bat to hold his hand. You can do this, Tim. Ну еще бы. Have you heard? Robin's here, and he took out the guys in the incinerator. He's going for Two-Face. That means he's coming through here. It's the only way. If he's arriving here, he ain't going no further. Not alive anyway. He's got guts. I give him that. He's freaking delusional. All that time working with the bat. He thinks he's better than he is. Yeah, that psycho left some pretty big shoes to fill. Too big for Bird Boy. I almost feel sorry for him. Really? No. Sensor's disabled, but the other drone will be back online. Ну да. Anyone bored? А, черт, что ж делать-то?
Что же делать-то? Подождите, может здесь есть какой-то проход, чтобы я мог сзади прямо... А, это что? Ага, ясно. Так, есть... посмотрите-ка, что у нас здесь есть. У нас здесь есть решеточка. Так. Вот это уже интересно. Так, и куда это у нас? Опа. Slow. Tim, stop that. You're not him. So everyone keeps telling me. Good. I'm glad you're not. You can be better. I know it. Да чё, прям такой плохой Бэтмен вам, что ли? Капец какой-то. Так, где мой гель? Вот он. You feel abandoned. I know what that's like. R. Класс. Ну что, давайте просто взорвем его на самом деле. Типа у него же, блин, миниган был. Это не помогло ему что-то. Ну действительно, это непросто. Hey, buddy, you okay? Oh God, is it just us? We can take this freak. Класс. Турель пропаливает все. Зашибись. Так, где у нас устройство удаленного взлома? Понятно, нужно сверху. Ладно. Сверху так сверху. Здесь тоже не выскочить. Надо вырубать центральную. И что-то дальше делать. Что-то дальше мутить. Потому что лучше ничего не выйдет. Так. Давайте тогда сделаем так. И... Где это было сейчас? Страшно. Решающий-то был. Ну и где? Так, сейчас они отвернутся. Ты что делаешь? Твою мать! Ты Робин! Погодите, что я сделал? There ain't no Batman to save you now, Robin. Я понял. Когда я был наверху, там можно было, походу, схватить его, того, что снизу. Да. Там можно было... Да, блин. И что получилось? Я хотел нацелиться этим устройством взлома для того, чтобы обновить взлом на турели. В итоге что получилось? В итоге, блин... Ну, ё-моё, ну слушай, ну хватит уже болтать, ну чёрт. Вот. В итоге я просто, блин, спустился под турели, чёрт возьми. Так, всё, в принципе, очень просто. О, какая тема. Будем знать. Так. С турели они все равно не отойдут. Блин, конечно, глупо получилось. Нажал нужную кнопку, но в ненужный момент. Так. Готово. Теперь мне надо как-то что-то с турелью с этой сделать. Хотя ничего с ней делать не надо. Вот и все. Yes, I've managed to hack the PA system. Well, maybe we can squawk him into submission. Fine, Mr. Grateful. You get to listen to Harvey for a little bit longer. Ну хорош, блин, ты чего? Не ссорьтесь.
Ну идите сюда, засранцы. Сейчас повеселимся. Давайте просто отметелим их. Просто их отметелим. Комбо упали. Но ничего страшного. Вот так. I've got a security entrance. Okay. Looks like a sequence mechanism. It's gonna take some time to hack. I'll race ya. Кто быстрее? Так, ну тут, видать, что-то нужно. А, нет, подождите-ка, нифига. Все не так просто. Я думал, нужно на кнопочки нажимать. Взломать же, взломать. Да. Вот, значит, нужно достать устройство взлома, и тогда, наверное, 1, 5. Нет? А, подождите. Я должен как-то рожи развернуть в правильном порядке, да? Может быть, где-нибудь есть подсказки, как мне это сделать? Как мне это сделать правильно? Может быть, где-нибудь... 1-5, без понятия. Так, we want you, чудесно. Все черные сделал, но это не то. Нет. Тогда может так. Тоже нет. Тоже нет. Где-то должны быть какие-то подсказоньки. По-любому. Только вот я что-то не вижу, где они могут быть. Блин. Где же? Могут они быть. Все белые, допустим, и что? Нет, тоже не вариант. А, подождите, он же двуликий. Может быть, здесь так? Нет, а может наоборот тогда? Есть! Точно. Так, пулевой щит. Listen, people with guns, definitely your thing. You're all over that. Ну, поехали. No way you're getting past me. Так. Держите щит. Ну, хорошо, я... А как мне выйти-то отсюда? А, вот. Ух, мощно-то как. Черт тебя дери. Хе-хе-хе. Ха-ха. Обсосок. Да что ты такое? Ну, понеслась, засранцы. Вот так. Ну-ка, ту-ту-ту-ту, падла, а. На тебе. Вот так. Вот так. Вот так вот. Ах ты гаденыш-то, а? На тебе, блин. Черт возьми, а? Бесит. Падла, да на тебе. Что ты бесишь вообще, сволочь?
с этими палками еще галимыми, вообще задолбали вы меня. На тебе. Нравится. Да ё-моё, а? Ну в самом деле. Вот так. Сволочь. Просто достали вы меня. На тебе. Ужас. So the boy becomes a man. Too bad it's short-lived. О, черт. It wasn't brave coming here. It was stupid. You're not the bat. Never were, never will be. Tim, get ready. Sorry, kid. You can't do this all alone. Вот так. А что было-то? Что было-то? I think the honeymoon's over, Barb. Ха, а была-то смерть. Вот так вот, дорогие друзья. Да, что-то последний бой я, конечно, слил. Очень плохо я его прошел. Очень плохо я победил этих засранцев. Но все-таки победил. И последний злодей из эпизодов Архама отправляется к чертовой бабушке. В общем, в тюрягу. А получается, что красный капюшон, красный колпак убил маску. Да нет, вряд ли. Просто из окна его выкинул. Все нормально. Ну что ж, на этом у меня все, дорогие друзья. Встретимся уже в прохождениях чего-чего-чего, а именно в главной сюжетной линии, которую я уже, блин, на 100% прошел. Но туда добавилось у нас теперь еще несколько заданий, а именно 4 злодея, если не ошибаюсь. Это Мистер Фриз, это Безумный Шляпник, Крок и черт побери, я забыл, кто еще. Вот. Продолжим мы уже в прохождении сражений именно за Бэтмена с этими засранцами, очень крутыми засранцами. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.